Видновский перинатальный центр стал первым учреждением родовспоможения Московской области, в котором прошел марафон по роддомам, уже четвертый год организуемый педиатром и блогером Татьяной Буцкой по всей России. Благодаря таким марафонам будущие родители могут еще до часа X заглянуть в святая святых всех роддомов – родблок, отделение реанимации, интенсивной терапии новорожденных, операционные и палаты, а также получить ответы на все вопросы непосредственно от руководителей и сотрудников учреждения. Моя задача и моих коллег, чтобы вам не было страшно здесь, чтобы вы совершенно спокойно приходили и начинали рожать, чтобы у вас появились, поверьте, мы все заинтересованы в том, чтобы родился у каждой из вас здоровый малыш, вовремя, прекрасный. Но у нас в учреждении есть все для того, чтобы помочь малышу с первых секунд, если вдруг что-то не так пошло. Сегодняшний марафон отличается от остальных еще и тем, что он дает старт масштабной трехуровневой оценке и проверке всех роддомов Подмосковья, конечная цель которой – составление объективного рейтинга. Систему, которую мы сейчас придумали для Московской области, такого на самом деле нет нигде в России. Первый блок – это медицинский блок, он войдет с определенными показателями. Это наша комиссия здравоохранения, которую взглядывает наш главный акушер-гинеколог. Второй блок будет анкетирование проводить, опросы беременных, анкетирование проводить – это Татьяна Буцкая, независимая оценка блогеров. И третий блок – это независимая оценка качества медицинской помощи. Это члены общественной палаты. Будущие мамы, а также представители общественных организаций осмотрели родильные залы, операционные, отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Есть все указатели желтого цвета, они тактильные. Видновский перинатальный центр для старта проекта выбран не случайно. По медицинским показателям он занимает четвертое место по стране среди всех центров России. К тому же имеет достаточно высокий народный рейтинг. Сюда приезжают со всего Подмосковья. Я планирую рожать в этом роддоме. Мне здесь очень понравилось. Мое пожелание только усилилось. Хочется именно здесь. Люди очень приветливые доктора. Все рассказывают, отвечают на все вопросы. Только положительные впечатления. В течение года будет проверено 41 учреждение родовспоможения Московской области. Эксперты совместно с будущими родителями осмотрят отделение интенсивной терапии недоношенных, проверят, осуществляется ли доступ родителей в реанимацию, есть ли доступная среда, пандусы, туалеты для инвалидов, специальные кресла и индивидуальные родильные залы для таких пациентов. Поверьте, эта работа не делается быстро, потому что мы должны накопить массу отзывов, чтобы эти отзывы были достоверные. Мы не хотим делать какой-то очередной рейтинг, которым нельзя будет пользоваться. Итоговый рейтинг роддомов Подмосковья будет составлен в конце следующего года. Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Елена Кошелева, Видное ТВ.